Хей, я угадаю, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Ори. Это вторая часть, это у нас глубины Квок, как я понял, главаря, ну не главаря, а именно Великой Жабы какой-то, храм. Теперь я вот хожу здесь, ваншочу таких врагов и не понимаю, куда мне идти. Мы с вами нашли бах, ну не бах, а фичу, так сказать, с помощью которой можно купить карт. Его же тут нету. Либо вообще куда-то забираться с помощью молота. Хотя, кто знает, может с помощью этого я мог тоже забираться куда-то. А, здесь мне только нужна та врага. Хотя... Ауч. Ауч. Вы думаете, я херней страдаю? Ни хера. Ой. А куда я сейчас спустился? Не-не, я специально умер. Я специально погиб. Бац. Вот, видите, я типа затупил и нужно было... Не получилось. Сейчас. Блин, мне нужно вверх, а он, видите, вниз прыгает. Вот в чем херня. Мне нужно наверх. Ай-яй. С помощью наших инструментов можно много куда забраться, ребят. И нам не нужны способности, чтобы отпрыгивать от этого сюда. Мы можем и так разделать все. Мы способные люди. Мы способны на многое. Мы способны на много... Там есть что-то? Нету, походу. Ну да, типа два удара. Ну, все равно довольно долгий процесс. Так, там куда-то камешек, да, мне нужно присобачить. Награда за испытание. Это... Стоп, подожди. И это типа быстрое перемещение? Старт гонки. Блять, ну ладно. Так, ну этого мы уже встречали на дуэльке. Мы этого уже тихо. Так, подожди, а сколько ты будешь наносить? Мне интересно, если я без... Если вот так сделаю. Окей. Тут.
Так, вы же запомнили урон? Так я наношу по 15. Пять микрофриз. А, так по 12. Нет, все-таки вот этот камешек, ребят, довольно полезный. Теперь на апгрейде, который. Интересно, сколько их вообще раз можно прокачать? А, вот сколько раз. Их три раза можно каждый прокачать, но этот нельзя. А это только два раза можно прокачать. Все, я понял, где это. Что за способность? Рывок. Вы освоили новое умение. Нажмите Ctrl, чтобы совершить рывок вперед. Также в воздухе. Thanks. Но слушайте, в принципе. Если на перегонки играть с этими монстрами. Ну, типа с призраками, я имею в виду. Так, и чё мне? Хм, прикольно. Не, реально прикольно. Это чё? Стоп, 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 стоп. Где я упустил? Я понял, где упустил. Да, палка выбивалка чисто у меня. Чисто палка выбивалка. А, то есть это старт гонки, мне нужно. Ну я сыграю в гонке. Типа, ребята, почему бы и нет? Булава жесткая. Ну... Ай. Опа. Опа, да. Что у нас тут еще есть? Ничего, вниз, рывок. Теперь здесь очень деньги на самом деле важны, которые мы собираем. Эх, ладно.
Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ну, как раз здесь, наверное, нужен был и рывок этот. А, то есть от этого я еще могу дальше полететь. Так, подожди, а где у нас там гонки начинаются? Немножко дальше и выше. А что здесь? Подожди. Что вот это? А, я не выживу, да, если ж... Что с ним такое? Он типа решил сдохнуть в холодочке. Ха. Ну да, с тем так не сделаешь. А вот что это за хуйня? Ну что вот было снова? Награда за испытание. Чё ты фризер? Да легко, я сейчас спрыгнул, даже не буду приземляться быстро, рывок вниз, тут рывок. Вниз просто падаю, здесь за палку рывок вниз. Ой, здесь будет только сложновато немножко. А, разбрось. Финиш. 1000. Хух. Хух. Подожди, а сколько там был тройной прыжок? 12 тысяч? Или он как раз только и стоил? Ну, бэт, ну, бэт. Так, подожди. Сейчас мы будем с тобой. Хм. Хм. Глупый осьминог. Быстрый выстрел. Вы получили новый осколок духа. Вы увеличили скорость атаки двух... Так, дуги... духов. Для использования нажми Tab. А чё, подожди, этот рот открывает?
Не понял, что открывать, но ладно. По сколько дает? По 6. Это мало. Ну, я хотя бы здесь ваншочу. Так, подожди, по идее у меня здесь уже должно быть, да, открыто? Да. Куда? Наверх. Да. Я смотрю, игра тоже любит позависать. Не только враги, но и мой персонаж любит. Окей. Открой святилище. Ну, по идее, святилище скорее как телепорты. Но те ко мне уже, я понял, то испытание. Скорее всего, испытание это типа в виде гонок. Окей, сохранение. Я сейчас сюда пока что сгоняем. Потом мы сгоняем в ту сторону. Я хочу просто тройной прыжок купить. Так, я же правильно иду? Нет, я не правильно. Ну как там, призраки? Тебя и... Так, тебя видел с ними? Есть и другие такие призраки, они много где есть. Если бы я быстро бегал, то все было, то все бы вогнал. Я понял. Значит, такие монументики это и другие тоже. Стоп. А, вот это где. Ты еще 200, пожалуйста. 2200 стоит. Ладно. Куда я могу сейчас сходить, чтоб не так далеко? А там ядовитая вода, да? Ну, я туда не хочу идти, потому что мне нужно 2200. Вот сюда слишком далеко, ладно. О, мне туда нужно как-то. Сейчас попробую, подожди. Мне нужно зацепиться за вот этот вот камешек. Если я смогу за этот сейчас камень зацепиться, ребят, я смогу туда перелететь. Я понимаю, что мне нужен тройной прыжок, но... Мы с вами уже поняли, что можно... И без тройного прыжка это все сделать.
Фрагмент жизни. Все. Все, что мне необходимо было. Так, теперь, что нам дальше надо? Нам нужно теперь в другую сторону. Я соберу эти деньги и сюда вернусь. Окей, я пока что телепорты не понял, где из них телепорты. О, великая жаба. Да ладно, босс. Спасибо, спасибо, я вижу все. Мне все зависло. Это не жаба. А можно не лагать. Окей. Ну это огонь. Это разбег и прыжок. Бац, бац, бац. Разбег и прыжок. Я просто туплю немножко. Ну, видите, это тебе не хухры-мухры, на самом деле. Ау. Все. Только сотку дали. Нужно еще где-то 200 найти. Где еще можно 200 найти? Это только сотка. Сотка это мало. Мне нужно не сотка. Мне нужно... Я вижу, что мне надо. Я вижу, туда мне надо. Я смогу туда попасть? Ну, я могу туда попасть с помощью нашего, так сказать, метода. Но мне это открыть надо как-то. Хотя я могу сделать вот как. Смотрите. Тихо. Ай-яй. Если вот так. Ну вы поняли, да? Насколько это имбовая вещь. То есть, я должен, по идее, от этого отпрыгивать и туда лететь, но я просто... Бам-бам палкой, я полетел. Вот и вся тактика. Ой, здесь мне как раз и дадут сейчас эту способность. Гомнюха. Полетела тут. Давай.
Так, надеюсь на правую кнопку мыши. Ай, бля. Мне будет неудобно. А, все нормально, все, импульс. У вас воля новое умение, импульс удержите после. Все, теперь вообще имба. Вы теперь вообще не понимаете, насколько это имба. Так. Бац. Бац. Бенц. Оп. Да, вы правильно поняли, я хочу наперед все сделать. Я и про рывок забываю. Туда легко запрыгнуть, вы просто не понимаете. Вот и все, плюс одна еще энергия. Где можешь на врагов встретить? Говнюк, ладно. Ладно, тогда пока что сюда схожу. О! Найс. Все. Вы мне не нужны. Все, 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 тройной прыжок, все. Давай, осколки, осколки, осколки. Тройной прыжок. Все, есть. Так, а теперь осталось поставить. Тройной прыжок. Это, скорее всего... Да, тоже к этому. Блин. Надо где-то осколок духа найти. Понимаете, просто прикол в том, что я теперь могу даже эту черепаху не вызывать. Даже рывок не делать лишний. Просто все, тройной прыжок. Считайте, можно расслабиться. Ой. С тройным прыжком я могу уже всю локацию разыскать.
Я могу попасть туда, куда я не мог попасть. По идее, я иду туда, куда мне вначале, да, говорили, да. А я сюда почему не пошел? Фиг знает. Ладно, давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.